дедушка Семен Алексеевич Мишин, участник Великой Отечественной войны. Служил рядовым, принимал участие в боевых действиях против японских войск на Дальнем Востоке. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, 2 медалями за боевые заслуги и медаль за победу Японии. Спасибо моему прадедушке за мирное небо над нами и вечная память ему и всем героям Великой Отечественной войны. Хочу рассказать о своем прадедушке. Матвиенко Филипп Андреевич. В военные годы он был старшим сержантом-артиллеристом. Войну прошел по земле Венгрии, Польши, Будапешта, Чехословакии. Встретил победу уже в поверженной Германии. Был награжден орденом Отечественной войны второй степени за высадку десанта на Малую Землю, а также орденом Красной Звезды за взятие Ялты. Множеством медалей за отвагу, за оборону Керчи, Севастополя, Новороссийска, Кавказа, за взятие Будапешта. Награды моего прадедушки – священная память о его подвиге и освобождении родной земли от фашистских захватчиков. Прадедушку звали Иванов Сергей Петрович. Погиб 17 августа 1945 года в битве за Маньчжурию. К сожалению, больше я о нем ничего не знаю. Мой прадедушка Максимов Иван Исаакович. Когда началась война, ему было 25 лет. С 1942 года прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне, в Курской битве. Награжден медалью за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. Я горжусь своим прадедом.